Ярошевич Александр Александрович, работаю в КФХ «Фортуна» на тракторе ФМ-1050. Техника, я вам скажу, очень отличная. Вот в управлении и так. Сейчас, например, хожу с предпосевным агрегатом, компактором, культиватором. Но уже трактор, а я пришел, ему только 500 моточасов было. Сейчас уже 6397, и никаких проблем по нему не было. В настройках трактор очень простой. Я не знаю, сразу было, да, сразу вроде компьютер было трудно привыкать, а сейчас наоборот, никак, ну, в настройках вообще трактор идеальный. Работал я и на белорусском 3022 работ, но этот трактор пока, я не знаю, лучшего нету, чем этот трактор. Может, есть и лучше, но для меня лучшего нету, кроме этого. Ну, с плугами можно за 12 часов, если все нормально. Вон, с меня плуг Евротитан 10-9 корпусный. За смену можно запахать 5 гектаров. Если нормально, все, поля без, ну, легко можно запахать на нем. Ну и производительность он намного выше, чем такие трактора. Я не знаю, но для меня, да, я на нем и сажалку грымотика, ну, все делаю работу. И никаких проблем, как он там ломался или что. Ну, я-то культиватор тягаю только вот второй день, третий. Ну, вроде бы так, нормально, ничего не скажет, да. Не, что после его и поле ровно не... Ну, это прошлый год купили, то его тягали по 6 метров на двух тракторах. У нас есть такие только похожие, только смарагд культиватор. А тот тягал тоже 12-метровый стрельчатый. Ну, почти то самое, что и тот, да. Регулировки почти те же самые. У меня еще есть диски. Рубин 12. Тоже такие хорошие, отличные агрегаты. Вот я с ними тоже работаю. Какой вы на нем производительность сделали? Ну, тут по-разному, и 70, и 80 гектар. Сервис вроде бы нормальный, обслуживают вовремя. Обращаешься в центр, никаких проблем, даже по телефону позвонил. Ребята никогда не откажут, подскажут, что знают, подскажут, где что сделать. Никаких вроде проблем нет. Насчет запасных частей тоже проблем никаких нету. Постоянно есть в наличии. И у вас, и у нас есть на складе в наличии запчасти. У нас насчет этого они... Нету такого, чтобы я там простоял за лемех или на плугах или что. Такого нету никогда. А стрелки там меняли. Где-то бывает подшипник, но это не проблема, все есть. Dude.